Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Владимировна, а можно взять отпуск? Какой отпуск? Ну, как какой? Я ж год отработала, мне полагается отпуск. Отпуск полагается? Вы знаете, я так не считаю. Я вам сейчас расскажу, почему. У нас сколько в году дней-то? 365 дней. 365 дней, да. Скажите, пожалуйста, вы 8 часов спите ночью? Ну да. Вот представьте себе, 365 дней, по 8 часов ночью вы спите. Если мы все это умножим, у нас получится 120 дня. 122 дня вы спите за год, можете себе представить? А по 8 часов в день вы отдыхаете? Отдыхаю. То есть это еще 122 дня. Значит, 365, отнять 122 и еще 122. И получается у нас 121 день. Очень интересно. У нас в году 52 недели? Да. 52, то... Значит, получается 52 воскресенья. Каждое воскресенье вы отдыхаете? Конечно. Замечательно. Значит, от 121 дня мы отнимаем 52 воскресенья. И у нас получается 69 дней. Замечательно. А вот из-за того, что мы работаем в сельской местности, мы работаем не по 8 часов, а по 6. И, значит, 2 часа еще долой. Так? Да. Так, замечательно, согласна со мной. Значит, 365 на 2 получается, это еще минус 30 дней. 69 отнять 30 дней, остается 39 дней. Так, ну, милая моя, вы обедаете каждый день? Обедаю. Час уходит на обед? Да. Замечательно, час умножаем на 1, так получается, это еще 14 дней. Так, замечательно, значит, 39 отнять 14, 15 дней мы отнимаем, остается 14 дней примерно. У нас в году сколько выходных? У нас 13 выходных. На Новый год у нас 8 дней, и в мае у нас 5 дней, так? Да. 13 выходных. От 14 отнимаем 13 выходных, остается один день. И этот один день, милая моя, вы отдыхаете на 8 марта, потому что это женский международный день. Так что отпуска вы не заработали. Идите, милая моя, и работайте.